Инициативная группа по созданию ТСЖ на улице Пестеля выяснила, что в их квартале есть еще один дом, в котором тоже хотят создать ТСЖ. И решила проведать товарищи по несчастью. Добрый день. Добрый день. Меня Михаил зовут. Очень приятно. Александр. Виктор Аркадьевич. У нас существует инициативная группа, которая в течение 2 лет занимается благоустройством и наведением порядка на территории нашего дома и двора. Сколько домов, столько рецептов создания ТСЖ. В доме номер 30 по Литейному проспекту решили не спешить с организацией товарищества, а начали с создания совета дома. Это случилось 2 года назад. Мы решили пойти по совершенно другому пути. Мы сначала хотели отремонтировать дом за счет программы 95,5. Потом создать какой-то плацдарм, подготовить документы, подготовить жителей всех. А потом уже готовить устав, собрание и подпись жильцов. Раз камера висит, да я вижу, два висит, вот. Три, и вот четыре. Вижу. И пятый висит в парадной, при входе. Мне очень понравилось, как у вас налажена система наблюдения за двором. Это действительно замечательно. Надо нам, кстати, такое подобное, что-то подумать сделать. Вот. И мне очень понравилась вот ваша система парковки машин. Есть список, есть автомашины и есть номера телефонов. Любой человек, который входит во двор, может обзвониться и сказать: уберите, пожалуйста, свой автотранспорт. Но не было такого вот самого начала, когда вот кто-то, ну, крайние противники такие, которые вот нет, и все категорически. Когда будем ставить ТСЖ, они появятся. Понятно. Ну, значит, мы вас в этом вопросе обогнали. Удивительно, что люди смогли добиться без создания ТСЖ уже таких первоначальных успехов. Но при этом они все равно хотят ТСЖ. Ну, во всяком случае, он сделал, конечно, много. Это надо отметить в любом случае. Да. Да. Очень чистенький ремонт. Почему нам-то ничего не делать, не знаю. Потому что мы отказались. 3 года назад был опрос дома, и дом не отказался. И инертные люди не заполнили бланки. Учиться можно не только на чужих ошибках, но и на чужих успехах. Теперь у нашей инициативной группы перед глазами есть положительный пример, как привести дом в порядок, при этом не создавая ТСЖ.